В Беларуси 27 февраля прошел основной день голосования республиканского референдума по изменениям и дополнениям Конституции. Проголосовать можно было на участке по месту регистрации с 8 утра до 8 вечера. На референдум выносился один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? Утром 27 февраля на участках довольно оживленно. Светлогорцы приходили голосовать не только поодиночке, но и семьями. Общаясь с людьми, которые сделали свой выбор, чувствовалась ответственность населения за будущее страны. В первую очередь на участки для голосования горожане приходили, чтобы выполнить гражданский долг, принять участие в жизни страны и выразить свою гражданскую позицию. В 20:00, как и определено законодательством, участки в Светлогорском районе закрыли свои двери. Подсчет голосов прошел в соответствии с законодательством, протоколы составлены корректно. Главные особенности нынешнего референдума – высокая явка и четкая организация работы комиссий.